И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival. Все так же на фьордах, и сегодня мы пойдем томить Мэйвинга. Да, вы видели превьюшку, томить Мэйвинга, и господи, что ж такое? Ну, во-первых, я хочу поделиться планами, а во-вторых, пойдем томить Мэйвинга. Да, как я к этому пришел, сейчас я вам расскажу. Почему именно Мэйвинг? О, их было... А, они по два делаются. Еще лучше. Еще больше. Короче. Сижу я такой думаю. Надо как-то добывать элемент. У меня есть шарды. Но шарды можно переделывать в элемент только в... Ну, вот балде вот этой огромной, короче, забыл, как этот станок называется. Вот. Сижу я такой думаю. Что же... Как, где мне добыть элемент? Элемент, по идее, можно создать и так далее, но... Так, Мэйвинг. Вот, элемент можно создать и все в таком духе, но... Так, это точно у меня... В Асгарде находится... Да, единственное 150 здесь, у меня находится вот здесь. Короче, если вот на этой карте... То есть, если хотите найти Мэйвингов... То ищите в зеленке в Мидгарде. Все остальное вы находите только в Асгарде. Вот. Так, ну, тем более, значит, летим сюда. Без вариантов. Так вот, сижу и думаю. Ну, мне же надо что-то придумать. Зачем я взял ускорялку, если и так будет хорошо? Ну, ладно, бог с тобой. Пока что попробуем с ускорялкой. О, альфач. Думаю, ладно. Добывать и так далее долго. Пыль томить еще дольше. Это прикинь, сколько? Мне надо 100 тысяч пыли, короче, надолбасить, чтобы добыть 100 элементов. Тут я понимаю, что я упираюсь в тупик. Хорошо, ладно. Думаю, с боссов наверняка дропается элемент, как валить боссов. Переключился на валение боссов. Смотрю видосы, везде гиги. Все убивают только гигами. Думаю, ну что поделаешь. Гиги, раз как говорится гиги, так гиги. Сначала еще подумал, ну может все-таки рексов выводить и так далее. Подтекстурные пиздюки. Бесите вы меня. Вот. В итоге. Ладно, он скоро вылезет. Я в это надеюсь. Я в это верю, хотел сказать. Но понятное дело, что только надеюсь. Вот. В итоге. Я думаю, ну а что? Что? Гигу можно притомить. Решил посмотреть, что у нас тут по гигам. И посмотрите. R-гига 145 и R-гига 130. М-Ж. Ну, короче. Это, короче, судьба называется. Я гиг. Я томил гиг. Но я томил постолько, поскольку, чтобы только вот они... Ну, просто так для галочки. Помните прикалывал, с каком... На Айсленде же, да, еще? О, первый сезон. В общем, там я прикалывался, томил без ловушки гигу. Ну... Какой он там был? 20-й, что ли, левел? Ну, короче, вообще ни о чем начинал левел. А тут я решил повыводить гиг. Почему бы и нет? Потому что здесь карта серьезная. Чувак, который... Ну, один из видосов я смотрел, там говорит, это прям самая продуманная ПВЕ-карта. Ну, по сути, вот считайте. Убил альфа, с них дропнулись руны. Убил мини-боссов, с них дропнулись предметы. Убил боссов, с них дропнулись головы. И потом уже на главаря карты идешь. Но как бы это самая продуманная ПВЕ карта в этом плане. Вот. Эх, ты ж козел застрявший. Так вот, как я пришел к Мэйвингу? Легко и просто. Мне нужно много наркобериков. Кто добывает наркоберики? Тот, кто добывает траву. Посмотрел на того стега красненького, думаю, притомить его. Но сначала подумал, не, надо посмотреть на Вики. Что же мне на Вики, точнее Вики подскажет, кто лучше добывает? Смотрю, Мэйвинг в 11 из топов. Ну, я понимаю, что да, буду томить Мэйвинга. Ну, не простого, конечно, топового, естественно. Так, если ты не вылезешь, я другого пойду томить. Конечно, для тебя это плюс, но блин, все равно. Вот.
И тут я понимаю, Мэйвинга мне так и так нужно будет томить. Если я собираюсь разводить гик, то мне нужно томить Мэйвинга. Без вариантов. Вот так я пришел к этой фигне. Блин, ты козел конченый. Давай влази. Супостат. Так. Ты там что, с медведем тусуешь? О-о-о. Утконосый медведь, два веселых друга. Теоретически я могу тебе по тебе жахнуть. И ты... Вы наблюдаете картину. Вцепился зубами в дерево. Хе-хе-хе-хе-хе. Дурачок. Ай, ёб твою ж за ногу. Дурачок, не дурачок, но сагрился. Ох ты ж, гнида! Кстати, да, по жестким боссам, таким бронированным боссам, лучше всего вот Лео, Тосика Лео томить, или как он там, потому что они наносят кровоток, они маленькие, наносят кровоток, и, соответственно, это в процентном соотношении наносит урончик. Отлично, он исчез! Он просто-напросто исчез. Ну, вы видели, да, он только что был здесь, и он... А, ну, он в текстуру, короче, упал. Я понял. Как это прекрасно! Асгард. Давай на Я куда-нибудь. Очень классно вот эта вот фигня. А, ну, супер. Подожди, братан. Я ж забыл, терчики-то не летают. Ах ты ж скотина, ты долбаная. Чтоб тебя собака. Ну надо же было так. Так, что делаем? Что делаем? На базу летим. Кстати, да, из-за чего я вообще задумался еще и про элемент, я понял, что мне нужно систему хранения сделать. Уже пора. А у меня долбанный шкаф заполнился. Ёшкин кот. Это учитывая, что я здесь на создание ресурсов поставил тоже дофига. Долбанный шкаф. Очень, конечно, удобно вот эти вот телепорты. По перемещению, да, то есть, ну, быстрое перемещение. Но главное не забывать об этих... О, какого 135-й, прикольно. Не забывать об... Сарай, правильно, точно. Об вот таких подстав, как Скарна было. Это самое главное. Еще и Овис тут тусует. Это, конечно, прям судьба-судьбинушка. Так. Во-первых, вот так. Во-вторых, вот. Было непонятно. Так. Где Кирочка Кирка? Ей больше мяса добывается. Баранинковая, я думаю, мне еще очень пригодится. Наверное, надо было топором добывать. Это было бы быстрее. Меньше, но быстрее. Так. Хоп, хоп. Погнали. Я, кстати, не знал про это. Я думал, он типа просто вот у себя вот кормит, да, в этих. Посмотрел видосики про мэйвингов, а он, оказывается, еще умеет томить в этом. Ну... Сеточка. Как сетка снимается? А, ну, короче, он сам снял. Красава. Не таким явным топором надо рубить сетку. И больше урона внес. Так. Тебе только эффективность кормления. Только эффективность кормления без вариантов. Так. И нужно ли тебе... По идее, нет. По идее, ты у меня и будешь находиться только на базе. Погнали домой. От... Блин. Ладно. Погнали домой. Я забыл, что он присвистанный.
Вот, так вот, он еще может в радиусе окармливать всех детенышей. Это вообще просто круто, что-то с чем-то прям. Я этого не знал. Видос посмотрел. Блин, это клево. Это клево. Неожиданно, но клево. Ну, поначалу это, понятное дело, мне нужно добыть кучу ресурсов. Ну, собственно, для этого я его и томил в первую очередь изначально. Это потом уже такой, а, блин, я же с тобой могу еще и детеныши выращивать хорошо. Блин, у меня уже даже кожа не лезет туда. Собака. Это, кстати, работает. Работает хорошо. Мне, кстати, очень нравится, что вот он так работает. В него не надо солому закидывать. Он уже нефтяночки мне принес. Чуть-чуть копейки. Но, блин, ну принес же, что самое главное. Если вот здесь посмотреть самый низ. Вот, 39 нефти он уже притащил. Красава, как я считаю. Вот, и потихоньку делает и делает. Делает и делает удобрение. Так что очень даже хорошо. Так, вот теперь мне нужна руна. Чтоб прокачать Мэйвинга. И где же мне теперь эту руну найти? Ну ладно. В поисках руны, значит. Они, конечно, клевые. Вот в плане вот этого... Я смотрел и видосы, и в PvP их используют прям так неплохо. То есть они прям быстрые. Что самое главное, их не плюс. Они очень быстрые. Самый главный минус. Серьезно! Собака! Я просто пока смотрел, что там, я немножко в шоке от того, что тут появляется, и он просто исчезает. Я навожу на стрелочку, не успеваю кликнуть, он просто исчезает. Я не посмотрел, сколько времени от этого осталось. Ну ладно, что поделаешь, бывает. Так, ну а чё, кстати? Так, как добывать им... Так, кстати, вот этот убрать. Здесь же... Яркость. Здесь же он как-то еще добывает. Я забыл уже просто. А, во как. То есть прыгаем. А, не. Правая кнопка мыши, левая кнопка мыши. Во, отлично. Не, ну, кстати, в плане добычи я не знаю. Что-то он это... Шо? Как? Ну, хотя здесь просто травы нифига нету, если честно. Зелень дофига, а травы нифига. Но! Вот так вот он, конечно, моет. Давай. И вот так. Хитина много не бывает. Во! Волокна дофига. Ну, что-то добывает и уже хорошо. Самое главное, что мне это... Другого точно уже не нужно будет, и так хорошо. Только нужно добывать в это... Не в темноте. А в темноте лучше искать руну. Вот это точно будет нужнее. А, вот руна. Да, на первый все-таки искать намного легче. Взлетел повыше, ищешь получше. Вот, ну... Но я пытался. С Мэйвингом, конечно... Вот, отлично. Теперь он у меня еще лучше в кормлении. Обалденно. Кстати, у них вообще какой-нибудь стат по кормлению есть? Вот что у меня сейчас раскачано ускорение. Вот я смотрю, да, типа это вместо скорости вкачивается вот это, эффект кормления. То есть теоретически нужно искать, чтобы вот скорость была побольше. Ну, хотя 36... Не, аж можно и лучше, но
Но сейчас еще рунку найти, и будет уже лучше, и можно будет травушку подобывать, как раз авось день настанет. Ну вот, отлично, вторая руна. 160 эффективность кормления. Сейчас пока я буду добывать дополнительно ягоды, он будет еще качаться. Да, конечно, здесь урон не прокачанный, но и так можно сделать что-то. Вот, вот, по 40 элементальной пыли я бы там это добывал бы себе бы столько элементов. Ну, короче, сами понимаете, еще тут мазохизм был бы. Хоп, хоп. А не лучше ли какой-нибудь Асгард пойти или... Этот, Ванахейм. Там травы случаем будет не больше? Хм, интересно. Что-то я об этом-то не задумывался. Так, ладно, глянем. Допустим, Ванахейм. Ну, кстати, такое тоже может быть. Смотри, в упор ходит. Такой, и типа пофигу. Не, ну я-то что, я-то что, против, что ли? Ну, он такой прям это. Ну, слушай, добывает, возможно, он хорошо, но у него очень маленький радиус. Поэтому тот же самый Бронто бы добыл мне намного больше. И поэтому я уже сейчас реально задумался, не лучше ли реально просто притомить Бронточа для... для добычи ягод. Ну, вот так я очень много времени теряю. Прям уйма времени теряю на добычу. Да, он добывает много, я не спорю. То есть, как он хорошо добывает. Я вот сюда, кстати, пришел. Здесь как раз еще и грибочки добываются. А мне какая разница? Мне что, ядовитые грибочки, что это? Наркобэрики. Разницы никакой нету. А вот рунку надо взять. Вот, поэтому как бы в этом плане для меня вообще все легко и просто. Но вот в плане добычи, это, конечно, такое себе. Конечно, прикольно, как они вот это вот катаются, все дела, это конечно, клево. Но, еще раз, но. Но я подкачал. Вот 67 поинтов уже вкинул, то есть сейчас будет уже 68, плюс там на базе потусует, что-то там, да, добудется. Вот, с одной стороны, Мэвин, конечно, клево, он добывает топово, возможно, типа с одного куста добыча больше. Но своим радиусом он добывает только в тех местах, где большое скопление травы. Бронтач же вообще ему плевать, что как где. Хвостиком махнул, пол сервера собрал, и ему хорошо. Ну, грубо говоря, конечно, пол сервера. Но вы сами знаете, насколько бронтач огромный и насколько он много добывает. Поэтому сейчас возвращаемся назад. И томим бронтача. Большого левела. Ну, чтобы был. И, кстати, еще заметил вот такую фигню. Смотри. Казалось бы, он должен был это все добыть, но он не добыл. То есть, как бы, вот это тоже, то есть, он вроде бы упал на траву, но траву он не добыл. Я очень часто с этим сталкивался, прям неимоверно часто. И это тоже проблема, все-таки, как-никак, он не добывает ресурс. Поэтому такая тоже беда бывает. Но, в любом случае, мэвинг — это то, что мне нужно. 168% кормлению — это лучше, чем когда-либо у меня было. Ну и естественно, бронтачи всегда ходят своими мини-стайками. 150 единственный на карте, в данном случае единственная, и мне нужно ее улучшать. Вот я только один думаю, после того как я накину сетку, а не нормас, а точно, эта же сетка не накидывается на нее. Ну да, 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 да. Вот я тупой. Это ж огромное чудо. Ой, Анкила, сорян. Ты просто попал под удар. Ну, тогда делаем вот так.
Я запутался. Так, подожди, подожди. Подожди, давай, давай, выправимся. Выправимся. Отлично. Вот так. Очень по-тупому я управляюсь. Не, по идее, я могу и вообще без досмодуса. Ай! Так, досмодус. Чувак. Что там? Отлично. Я думаю, так будет намного лучше. Давай, давай, давай. Так, погоди. Вот так. А теперь текаем. В противоположную сторону. Повернись, повернись. Чуть левее. Отлично. Ну блин, ну лень мне ловушки делать. Да и от всех хищников я уже здесь избавился. Нафига мне эта ловушка нужна? А ты что голову-то повернул? Вот ты задница. А что он, понимаешь ли, уже? Вот, все, короче, вот и засыпай теперь. Лично. Так, овощи, так далее, хлобысь. И... Ну да, эффективность будет не 100%, да и пофигу. Почему? Ну, потому что это лучше, чем ничего. Корм я задолбаюсь создавать. Я пока не, вот он овощами томится и что-то, короче, как-то... Я думал, будет хуже. Плюс 74 левела, походу, так и останется. Хо-хо! Это неплохо. Так, чувак, иди сюда. Так, на всякий случай. Вроде это... Ну, нет, так нет. Ну, клёво. Клёво, так и останется, как есть. Кайф. Сейчас главное, чтобы это какая-нибудь тварь сюда не прискакала. Вот про что я примерно говорю. Это, говорю, какая-нибудь тварь. Если что, здесь был шерстистый носорог. От него осталась только сумочка. Так что да, тут надо прям в оба смотреть. Местечко здесь еще то веселье. Это надо будет рунчики найти. Хотя бы одну руночку найти под него, чтобы уже получше. Хотя ему разницы никакой нет, он вот так прокачанный, как с задницы. Так что зачем ему руна, не знаю. Ну-ка, что у нас тут? Ну да. Также плюс 74 останется левела. Просто будет 99,6. А это не сбивает левел, насколько я помню. Вот я тупой. Я просто... Только смотрю, думаю, а чё он не томится? А положить еду для томления. Бери, прикинь. Просто... 71. А у меня было... У меня было 69. То есть тут вообще прям вот эта базовая овощ далеко не столько. Надо было больше. То есть у меня было 69 или 59 у меня было. Бляха, моха, я не помню. Не, если 59, то по цифркам сходится. Блин, хорошо, что посмотрел. И эффективность не начала уменьшаться хуже. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, конечно, да, это, конечно, я могу. Ну-ка, давай. А, не, все равно 74 так остался. Конечно, из-за моей тупости он немножечко подэтовался. Все-таки 90... Это, типа, 99 с половиной стал, но... Но пофигу. Никогда не томил бронточей. Ну как, томил. Было дело когда-то. Но в основном я играл на серверах. На серверах бронточей томить нельзя. Почему? Они ложат сервер. То есть хорошо раскачанный, да и не только хорошо раскачанный. Просто тупо при рейтах бронтач, он добывает столько травы, что он ложит сервер. То есть в мучительных лагах ложит сервер. И из-за этого бронточей чаще всего томить нельзя.
Ну, а я уже по привычке светла платформа. Да, зачем мне платформа? Вот, ну, а я уже по привычке и на локалке ни разу не томил Бронтача. Ну, опять-таки же, если бы я томил Бронтача, бы вы выделили этого в серии. Извините, такую бандуру попробуй-ка спрятать, кроме как в Криопод ее никуда не спрячешь. Ну, а зачем прятать Криопод, когда у меня чаще всего по добыче вообще проблем не было? Так. Овощички нас забираем. Ну, они там просто точно уже не нужны. Седло, конечно, да. Просто, я бы так сказал, гениальное. На этом седле можно дом построить. И вот, по ходу дела, я буду ему строить... Точнее, качать скорость передвижения. Вот что точно ему надо делать. Я задолбаюсь с ним ходить пешком. На базе я у себя не хочу ничего добывать. Почему? Ну, потому что он у меня нафиг всю эту флору и фауну снесет. А вот где-то рядом можно и жахнуть. Да, уж это, конечно, не иксовые сервера, тут не поспоришь. Но это и не мейвинг. Хопс! И радиус пошел. Да, добывает он за штуку меньше, я не спорю. Но он добывает радиусом. В ту сторону. В эту сторону. Все добыл. Погнали дальше. В ту сторону. В эту сторону. Эй, злосчастный волокна не добывается нифига. И снова скорость передвижения. Классно. Да, он еще и под собой в любом случае добывает. Кайф. Вот, мы, кстати, гигантозавр. 145 левел. Я просто летаю в поисках рунки и о, как раз на него нарвался. Я сначала подумал, что еще гига заспавнился. А, нет, вот 145 тот самый. Главное, чтобы они не задеспавнились до того момента, как я их буду... Доберусь до их томления. По идее, это уже в следующей серии должно быть. Томление гиги. Гигушек, я бы даже так сказал. Гигушек. Вау. Вот интересно. Здесь у меня получится зацепить эту руну или нет. Выглядит, кстати, вот эта дамба очень даже рукотворно. Я здесь, кстати, ни разу не был. Но я надеюсь зацепить ее. А, отлично, зацепилась. Ой, кстати, это еще и не простая руна оказалась, это другая X. А, ну это двойное. Ну, двойное тоже хорошо. Пофигу. Так. Ну, а теперь что? Теперь до дома. Теперь летим домой. Да уж, мой забор, конечно... Бронтачу не помеха. Хоба! Вот это я понимаю места. Но я вспомнил про другое. Я пока летел, я вспомнил кое-какое место. Если я не забуду, я покажу скрин. И в Асгарде есть прям хребет из большого количества растений. Большого количества растений с шелком. Давай сгоняем туда, попробуем добыть. Что там вообще, как там будет по добыче? Все нафиг сносит и добывает. Не, что там будет у нас по добыче в итоге это растений. Но вот такие вот места тоже как бы очень кайфово добывать. Ты просто и у тебя куча ягод. Но самое главное вот чтобы вот это добывалось. Да уж, это неплохо, это неплохо в плане скорости ходьбы, мне это очень нравится. Такая скорость, самое оно. Вот это самое место, как видите. И вот мне интересно, что здесь будет по траве. Как я понял, вот вдоль вот этой вот горы должен быть очень много травушки. Отлично, их теория сошотнули, это хорошо.
Но что-то те розовые поляночки пока что для меня самые кайфовые. Синегрим еще тусуется. Так, конечно, да. Ну, слушай, реально, с тех розовых цветочков намного больше как-то все подобывалось. Скажем так, здесь возможно что-то и клевое, но... Так, какая сволочь бьет меня? Ага, их тут двое. На здорово. Ладно. Урон все-таки как-никак здесь тоже не маленький. 150 левел, он изначально уже так, не кисло. Но главное, чтобы бить по ней. По этой твари, которая меня бьет. А, нет, это просто был этот эффект отличный. Фу, слава богу. Я уже думал, это там под пузом сидит у меня и я достать не могу. Эти цветочки не добываются. Ну, слушай, реально, то, что где я добывал, там было намного круче. Вот полянки около моего дома, там намного больше добывается ресурсов, нежели здесь. Казалось бы, вроде бы да, но нет. Да. Вот такие вот полянки с цветочками все-таки самые кайфовые. Ну, что логично. То есть вот, оп, сразу же под 3500. И это еще не все добыто. Да, конечно, цепляешь тут еще всякую, всяких пиздюков, но что поделаешь? Я большой, громоздкий и сильный. Не могу я по-другому. Это как слон в посудной лавке. Как бы ты ни был аккуратен, ты все равно что-нибудь да разобьешь. Вот. И, собственно, уже лучше. Не, в Мидгарде все-таки добывать самые топ ресурсы. Особенно вот эти вот полянки, вот такие, это прям самое оно. Кстати, а это у нас что, добывается? Не, не добывается, это просто цветочки. И вот еще одна полянка. И вот, как-то так, добылись. Каким-то макаром даже мясо умудрился добыть. Не знаю даже как. В общем, да. Все-таки Брантач в плане добычи ресурсов намного круче. Тут не поспоришь. А с моей скоростью появления ресов, так и вообще быстрее все это дело будет. Ну, как бы вот, я только что здесь уже собирал, и вот они уже по новой заспавнились. Скорость спавна ресов, если быть точнее. Такая вот фигня. Ну, а я уже с вами буду, пожалуй, на этом прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.